Так, Татьяна Александровна, сначала с нуля снимаю. Не получилось запись. Пойдемте. Пойдемте. Значит, Татьяна Александровна Железова пошла докапывать ваши с Сергеем саженцы. Вот, а мы с вами сейчас пойдем угощаться. О, посыпались наконец-то груши. Значит, спелые. Так. Ну, давайте. Можно, да? Попробовать. Да не можно. Да? Нужно. Так, как вас зовут? Анжелика. Ой, как красивое имя. Да. Анжелика. Да. Так как запись сразу не получилась, ага. Говорите, откуда вы? С Барнаула. Барнаула. Да, специально приехали за саженцами. Смотрите, пошел дождь, видите? Да. Так, быстренько хватайте несколько груш. Ага. Вот. О, вот они. Сашка, и ты работал? Ну, все-таки настоящий помощник. Я один не укачу. Помогай, помогай. Так. У меня есть время по это интервью взять с гостей? А, пока пакеты. Ну, за одним посмотрите, что такое настоящее качество. Так, сегодня у нас 22-е. Да. Ага. 21. Так. Давайте присядем. Дождь пока идет, все равно там не угощаешься. Я хочу, чтобы это. Ну, это вы попробовали самый ближний. У меня есть слаще. Да. Да. Вот мы еще, надеюсь, походим по саду. Значит, сейчас. Потом забуду. Это у меня не самые сладкие. Я это, у меня, ладно, потом, значит, я приподниму, приподниму, посмотрите, тут, Анжелик, посмотрите, тут книгу выдерните, что тут, что, все, что тут есть. А, еще? Еще есть. Еще. Брошюры есть? А, есть. За участие в интервью брошюры я вам дарю. Я их тоже... Я их тоже, это самое, продаю. А это вам подарок. Пусть все видят. Тут две книги. Это подарок, так? Спасибо. Книги. Вот это для новичков. Это здесь две Нобелевские премии. Это уже для, ну, высшее образование, желательно сельхоз. А вот это для новичков. Вот. Это супер книга. Она называется «Садоводство для избранных судьбой». Поняли? Это значит, что здесь все советы вырастить сад. И ни одного смертельного, как вообще принято у нас. Вы хоть что-то слышали где-то? Так, последняя попытка. Значит, Анжелика. Анжелика. Из Барнаула. Да. Специально приехали за саженцами. Так. Пока саженцы копают, я не растерялся и решил подарить вам брошюру. Покажите. За участие в, назовем это, интервью. Так, теперь, я предложил вам две книги, они, любая из них стоит 1500. Вот, эта книга для профессионалов, для, ну, желательно. Здесь две Нобелевские премии, уникальный материал. А вот эта вот книга для новичков. Это фактически энциклопедия, которая не имеет ничего равных себе, потому что это альтернативное садоводство. Вот. И вы уже угощаетесь грушами, а это Сибирь. Да? А у меня не просто груши. Они все очень из Южной. Сладкие, они... вкусные. Да. Это самое не сладкое. Ага. Я вас еще буду угощать. И сладкое, самое не сладкое. Знаете, к чему я говорю? Значит, получается так. Барнаул и Хакасия — это два главных региона для развития садоводства. То есть они должны не только полностью себя обеспечивать, вы и мы, но и обеспечивать всю Сибирь. А на самом деле все завалено импортной отравленной продукцией. Это факт? Факт. Так, саженцы, которые на рынке покупают, из 1000 умирает 999. Это факт? Факт. Теперь, вы упомянули Лисовенко. Почему рядом институт Лисовенко они торгуют саженцами? Почему вы поехали черти куда? Аж это, на юг Красноярского края, в Хакасию. Ой,
Это Шушинский район? Да. Просто у нас магазин Лисовенко есть в городе Барнаул. Там бывает, что путают саженцы. Ну, продают одно, выходит на самом деле другое. Поэтому, а тут конкретно уже у вас покупать. Вон саженцы ваши, вторая партия поехала. Угу. Но мы еще посмотрим, полюбуемся на них, хорошо? Хорошо. Так, в общем, получается, что нет пророка в своем отечестве. Ну, не, так? Не всегда, да. Ладно, итак, какую книгу вы выбрали? Для профи или для новичков? Нет, для новичков. Мне надо именно как садить, как там правильно сейчас вот мне одной все надо будет делать это. Ладно, раз 1500 не жалко, она ваша. Вот надо же, дождь пошел. Я хотел сейчас вас еще довести еще до слив, до этих, до яблони. Груши, это просто они рядом растут, вон. А туда надо далеко идти. И еще будете мокрые по колено. Что же нам делать-то? А саженцы они уже повезли на выезд. Все сейчас приготовят, упакуют. А потом такая, как же... Как хочется снять нормальный фильм. Белка. Это ходить надо. Белка. А можно еще фруктов купить с собой? Нет, нет, дело в чем. У меня сад 5 гектар, 2000 плодоносящих деревьев. Он был сожжен в одночасье некими мотоциклистами, молодыми парнями. Да, что? Это было. Вот там ко мне приезжали с Иркутска, с Тувы. Наши возили за пределы почти до Норильска, вот, и еще Кемеровская область. Те уже накупили рефрижераторов, потому что не только у меня было. Все было во всей округе. Тут случилась беда. Мой сад сожгли, а через несколько лет яблоневый сад. А их посадили хоть за это? Нашли? А милиция четко сказала, усильте охрану. Усильте охрану, нормально. Все? Усильте охрану. И все? И все. Ладно, проехали, это давнейшая история, это 2005 год. А здесь у меня участок, я из 10 соток расширил до полугектара, так, но здесь у меня в основном то, что трудно дается людям, абрикосы, сливы, персики, но именно груши это тоже становится проблемными. А яблони получилось так, ну все силы были там. На том участке, где 5 гектар, на острове. А здесь на них и места не осталось. И сейчас, получается, яблоками я угощаю и вас угощу. Вот. Но беда в том, что здесь уже некуда было их садить. Абрикосы. Вот такая беда. Я как бы оправдываюсь перед вами, что я не продаю. А потом уже еще мне надо будет... Вы же приехали, а впереди же еще осень. Мне же надо угощать, ему надо будет угощать десятки людей. Понятно. А все заполнено было абрикосами, потому что селекция была настоящая. Вот. Результаты поразительные, неимоверные, невиданные, неслыханные. Вы видели где-нибудь, кто бы признался, вот кто увидит фильм, да? Академики, доктора наук, у кого когда-нибудь было бы 40 ведер с дерева. Вот, а у меня телевидение снимало, это все честно. Ну, достиг какого-то момента, да? Вот, и надо было бы дальше развиваться. Надо было бы. Но время плохое. Вот. Не получается. Люди руки опустили, глаза потухли. Понятно. Так, ну что делать-то? Дождь идет. За 5 минут промокнете до нитки. Да, жалко. Есть два варианта. Можно остановить запись, потом продлить, вдруг дождь кончится. Или так. Да без разницы, пойдемте, господин. Ну, давайте тогда пойдемте, как? Пойдемте на саженцы вначале полюбуемся. Или вы такого дождя не боитесь? Да он мелкий, нормально. Мелкий. Ну тогда пойдем саженцы успеем увидеть. Так. Успеем. Так, Ладу попробуйте. Ага, я всех сюда вожу. Видите, уже здесь была самая густая. Она, это.
Она для Барнаула идеал. Потому что осень... Ай, вот это вот выбросьте. Это выбросьте. У меня тут несколько сортов испытывал, один не пошел. Ой, да это, как же быть-то? Давайте с дерева, бросайте все это. Тут, правда, осталось-то твердовато. Все, что руками доставали, все уже это, собрано. А, так. Ладно, пойдемте, там, может, одна-две осталось, супергруша. Это у меня память о Латинкове. Вот, он мне черенок присылал. Знаете, какая у него судьба? Приехала в Россию из Японии, родина у нее, он последний, смотрите. Родина, ой, сейчас я мокрый буду. Ой, вот две получилось. Теперь пробуйте обе. Значит, назвали ее там француженка, так, а я назвал груша Латинкова. Попробуйте. Скажете, вы ели? А, перезрело. Ой. Перезрело, да. Ну-ка вы, может, у вас не перезревшая. Пойдет? Не, конечно, чуть-чуть уже это. Жалко. Хотел удивить. Да, так ничего. Ну, мягкая прям такая, да? Так, ладно, теперь, чтобы нам там... Там сплошная трава. Ух ты, ё-моё. Все, там сплошная трава, мы до яблок не доберемся. Там по колено будете мокрые. Ну, ты представляете, какое чудо. Это ж какую обрезку придется делать. Так. Господи, чем бы еще угостить-то? На том участке у меня сливы венгерки не готовы, еще зеленые. Зеленая. Тебе сюда можно бросить? Можно, конечно, это же удобрение. Это удобрение. Так, ладно, давайте сейчас сделаем перерыв, а потом посмотрим, это же все-таки учебно должно быть, фильм, как саженцы. А пока будет перерыв, сейчас мы с вами попробуем вас запас груш создать для вас. Ну, чтобы с собой везли, вспоминали, ладно? Хорошо, спасибо. Тогда пока перерыв. Большое. Еще собирайте. Забираю. Так, и вот у меня интересные деревья, да? Вот сейчас мы стучали, сыпались каждый день, а их меньше не становится, смотрите. Все, ладно, пойдем теперь смотреть, как ваши саженцы обрабатывают. Это же все-таки рекламный фильм будет. Слушай, надо ребенка-то. Мокрый будет, простудится. Сразу домой? Ясно. А, это вы из-за гостей, да? Я же говорила, что в четверг приеду. Так, рекламная пауза. Короче, показываем вашу работу. Так. Как ты умудрился такой выкопать? Да. Короче говоря, я сказала, что мы замазывать не будем, чтобы... Ага, они салон испачкают, если замазать. Только обрезка и все. Не, ну вы нахапали. Апорт, розмарин. Ё-моё, вот жали время. Не надо мучиться. Не. Так, это все лишние деньги я всегда детям отдаю. Причем чужим, которые это. Которым некому больше дать. Так вот, на том участке розмарин. И опять там не пройти без сапог. Так. Так и только когда вырастете, узнаете какое-то чудо.
нарядная Ефимова, золотая медаль на выставке. Mm-hmm. Мы победители, наша груша. Что тут еще? Академик. Да. В следующий раз приезжайте, смотрите, видите деревце вот это? Они еще не плодоносили. Вот это, которое за саженцами, вот это деревце. Оно, я привез черенки с Херсонской области. Вот. У него плоды не влазят в стандартную банку. Вот. А теперь жду чуда. Замерзать уже не замерзает, второе поколение. И жду чуда. Потому что первое поколение вместо 200 граммов были плоды 40 грамм. Я так расстроился, а второе поколение жду. Ладно, это так, слово. Далеко вы забрались. А вон там просто сливы, да? А, кстати, там сливы, только они за меня закончились. Сейчас. Они не просто закончились, они прямо... Вот с улицы сорвали они, сливы. Вкусные. Да. Uh-huh. Они прямо на дереве уже мягкие и невкусные. Uh-huh. Пере. А это прям меленькая такая. А это, я их использую на подвой. И она у меня называется красно-синяя, так, подвоенная. Урожай невероятный. Ну, попробуйте. Есть легкая кислинка, но она для того, чтобы на нее прививать. Угу. Я на нее прививаю персики. Вон! Отсюда не видно персик на ней привитый. Угу. С кислинкой. Вот. А вон там синяя, красно-синяя тоже, да? А это, идем сюда. Мы уже собрали ее, тут угощать нечего. Вот. Да вот подвойная, да, вот она есть. Вот видите, подвойная. А вот это вот можно знаменит. Сорвать, да? Да, если не это, только она как камень еще. Вот у меня есть. А, во. Не жалко, берите, ищите по это помягче. Во, вот эту берите. Во, вот это слива. А? Сочная. Запомнили, сувенир Востока. Угу. Сережа, сувенир Востока где у вас? Есть? Есть. Если вы уедете без сувенира Востока, считайте, что вы не зря приехали. Угу. Только, наверное, уже им нужно, они уже устали копать. Так, ну что, догляделись мы на вату. На вашу эту будущий сад. Вот. Эх, жалко, я момент, когда ты резал, не заметил. Давай. Причем я в таких случаях всегда комментирую. Не только чтобы доехала, учитывая размеры огромные, так, а для того, чтобы лучше прижились. Даже наличие горшка не гарантирует хорошую приживаемость, когда... Нет, это гарантирует, вот. Если без обрезки, то, конечно, не гарантирует. Вот. Обрезка нужна. Обрезка нужна. В каком ритоне находится? Я для себя так. Так, не искать. Ничего не пропустил. Так. Так, я не замазывал. Лиза, не замазывал. Да, да, я могу. Так, слышишь меня? Все, до всех? Да, Саша помогал? Да. Мы два раза уже проверили. И копать? Вишня, да? 8. Ну, вишня пусть там лежит. 10. А где вишня? А вон войлочная. А, войлочка? Другой нет. Ну, понятно. 16. Так, ну ладно. Вон в пакетике не посчитали. Нет, я его посчитала, и тот и большой. Может быть, там их два? Ну, я теперь лишний тут. Все, пока. Улыбнитесь, вас снимает камера. Хорошей вам дороги.